проблема, вот вопрос. Лайков 2, 1 репост. Объясню тебе, приятель, сей печальный парадокс. Ведь изменились времена. Прочь тоска зеленая. Никому тут не нужна твоя личность ебаная. Изменились времена. Прочь тоска зеленая. Никому тут не нужна твоя личность ебаная. А дед-человек в лесу, далеко от цивили, от городов. Мы видим то, что мы хотим видеть в первую очередь, и это важно для нас обеих. Поэтому когда-то мы могли потратить всю свою жизнь на тщетные поиски, искать и ничего не найти. Но пока не появился он, человек, человек-хэштег. Ты певица молодая, ты душевная такая, и глаза твои чисты, как вода золотая. Ты решила, ну просто так, песни загрузить в контакт, но в комментах все шлют нахуй, вот такой прискорбный факт. Ничего не имеет смысла, если в начале не стоит хэштег. А любое действие, любое слово, любой объект — это просто ничего, это молчание, если в начале мы не видим этот символ, этот знак. Человек, придумавший все это, мы слишком долго искали его, чтобы воздать по заслугам, чтобы возместить все в полной мере. Нахер никому не нужны, а держишь всех за дурачков. Так ты скрути талант потуже и засунь себе в очко. А мы простые, как соль для ванной, и всем понять пора давно. Слышишь ты, творец ебаный, мы хардкор, а ты говно. Изменились времена, прочь тоска зеленая. Мы дошли его. We understand. И мы все осознали. Его глаза, его взгляд говорил нам об одном. Ему нужно только наше признание и ничего больше. Ему нужны наши лайки. Лайки каждого из нас. It's an incredible story. Это невероятная история о человеке, придавшем нашей жизни смысл. Это рассказ о безудержном одиночестве, таившем в себе личность. В фильме использовался прием «Саспенс», переведено и озвучено специально для «Голоса Америки». 2016 год.